Всем привет, друзья, подписчики и также новые зрители канала. Я Романия, и я хочу показать вам, где находится сокровище из колодца. Ну, в общем, смотрите. Вот этот колодец, он волшебный. И мы с Себастином думали, что мы сюда, точнее, кто-то провалился. А на самом деле это просто колодец. Надо найти его сокровище, которое он нам поручил. Если что, этот колодец находится по карте в этом месте. Вот здесь вот. Отсюда можно добраться до этого лагеря бандитов, но чуть ниже, там сразу заметите. Ну, теперь окончательное место должно быть здесь. Ну, сейчас, скорее всего, тут по визуальному можно определить. Тут дерево стояло на этой карте. Не туда. Вон, вон то дерево. Вон, оно даже подсвечивается уже. Уж не то ли это дерево с карты из колодца? Да-да, Себастьян, ты прав, это оно. Ну что? Лево-лево. Вон он, закопанный сундук. Может, его спалить надо? Контринка! Контринка! Чем я это заслужил? Вот, Левиоса. Сколько заклинаний я тут испробовала, Левиоса все-таки подошло. Похоже, беседа с волшебным колодцем все же принесла результат. Да, любим мы разговаривать с волшебными колодцами. Ну и все, вот так вот оно выполняется. Подписывайтесь на канал, ребята, ставьте лойсы. И вступайте в Дискорд. Всем пока, до скорых встреч.